Боль свою вы делите с друзьями. Вас сейчас утешить норовят, а его последними словами только вы нахмуритесь, бронят. Да и человек ли в самом деле тот, кто вас, придя, околдовал? Стал вам близким через 2 недели, месяц с вами прожил и удрал. Вы общались, дорогая, с дрянью, что ж нам толковать о нем сейчас? Дрянь не стоит долгого внимания, тут важнее говорить о вас. Вы его любили? Неужели? Но полшага, разве ж это путь? Сколько вы пудов с ним соли съели? Как успели в душу заглянуть? Что вы знали, ведали о нем? То, что у него есть губы, руки, комплимент, цветы по моде, брюки. Вот и все, пожалуй, в основном. Чтоб там ни шептал он вам при встрече, разве можно с гордой душой целоваться на 4-й вечер и в любви признаться на 8-й? Пусть весна, пускай улыбка глаз, но ведь мало, мало 2 недели. Вы б сперва хоть разглядеть успели, что за руки обнимают вас. Говорите, трудно разобраться, если страсть. Допустим, что и так. Но ведь должен чем-то отличаться человек от кошек и дворняк. Но ведь чувства тем и хороши, что горят красиво, гордо, смело. Пусть любовь начнется, но не с тела, а с души. Вы слышите? С души. Трудно вам. Простите. Понимаю. Но сейчас вам некого ругать. Я ведь это не мораль читаю. Вы умны, и вы должны понять, чтоб ценили вас, и это так. Сами цену впредь себе вы знаете. Будьте горделивы, не меняйте. Золото на первый же медяк.